конце прошлой недели в московском ФОКе прошел турнир по дзюдо, приуроченный к 30-летию комплексной детско-юношеской спортивной школы Славутича. И сегодняшнее змагання мы вирішили присвятити 30-річчю спортивної школи міста Славутича. І це дуже символічно, що ми вирішили ці змагання провести серед самих наймолодших спортсменів відділення дзюдо. Адже саме 30 років назад, це у 89-му році, була створена спортивна школа в нашому місті. І одним із перших було створено відділення дзюдо і самбо. І 30 років назад до молодого міста, яке ще будувалося, ще тільки-тільки спортивні зали з'явилися, приїхали два молодих тренери, які тільки закінчили інститути, ще без якогось там досвіду роботи. Це були Клімантов Юрій та Котлов Олег. Зараз вже це Копилов Олег Геннадійович, заслужений тренер України, який виховав 50 майстрів спорту, 4 майстрів спорту міжнародного класу і просто величезну кількість спортсменів-розрядників. І не це навіть саме головне, а саме головне, що він все своє життя присвятив вихованню дітей, що вони приходили ось такими маленькими, і випускав він їх із школи вже зрілими людьми, зрілими спортсменами. И несмотря на то, что в турнире приняли участие юные дзюдоисты, у некоторых из них уже есть победы в соревнованиях. И поэтому перед началом турнира несколько человек получили удостоверение по присвоению различных спортивных разрядов. Все же опытных спортсменов было меньше. В основном это были дебютанты. И гимн Украины в их честь звучал тоже для многих впервые. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены, девчонки 2010-2011 годов рождения, а мальчишки 2012-2013 годов рождения. На турнир приехали команды из Киева, Василькова, Чернигова и Нежина. Самые юные спортсмены были в команде Нежина, девчонки по 5-6 лет, а самая опытная – это команда нашего КДО и США. И, конечно, стоит отметить успехи наших дзюдоистов. На этом турнире они заняли 4 первых места, 3 вторых и 7 третьих. В основном делалось это для наших деток, для наших родителей, потому что конец учебного года, такого соревновательного сезона, и хотелось подвести итоги и посоревноваться, показать, кто чему научился. И чему научились, с вашей точки зрения, как успехи? Успехи у большинства, вообще у всех хорошие успехи, я считаю. Есть детки, которые сильно выросли за этот год, они получили уже по результатам этого тренировочного года разряды юношеские. Есть даже у нас мальчик, Дичук Влад, Мельник Артем, они 12-13 годов рождения, то есть им там буквально по 6-7 лет, они уже получили вторые юношеские разряды. То есть я считаю, что это очень хороший результат. Перспективные ребята, скажем. Ребята перспективные, да. Арсен Доцко тоже у нас 11-го года рождения, хороший мальчик, Валерия Скрипова. Вообще все детки, которые призерами стали на этих соревнованиях, это их не результат. В принципе, за этот год, я считаю, выросли многие. Сейчас летом такая пауза, все оздоравливаются, в основном подготавливаются к новому сезону. Поэтому мы тоже своих деток распускаем отдыхать, оздоравливаться. С сентября начинаем снова плотненько работать. И где-то уже, наверное, в октябре, в ноябре нужно будет нам ехать и показывать, что мы научились, как мы отдохнули, как мы потренировались. И пусть у юных дзюдоистов пока еще не все получается, но многие из них запомнят, что их первые соревнования прошли в Славутиче. А значит, для кого-то наш город стал счастливым стартом в их спортивной карьере.